А я говорил, надо было сначала его накормить и обучить. Из-за тебя, Юмичу, мы в битве проиграли. Надо было скрестить, и родился бы более крутой. Да отстаньте вы от меня! Да что там такое происходит? Эй, это что тут за бардак? И кого это вы там скрещивать собрались? Аня, не переживай, нам просто срочно нужен храм ветра. Мы тут все проверим, это... Это у нас 24 часа челлендж. И сначала нам надо снести дерево. А еще надо вырастить малыша в инкубаторе. И срочно построить еще одно жилище. И у нас яичко скоро вылупится. Понимаешь, Ань, понимаешь, что творится? Юми, туда не ори. И гнездовье уже почти готово. А еще... Стоп, успокойтесь. Про бардак, ладно, я поняла, 24 часа вы тут. Но вы что, с ума все сошли? У кого из вас яйца вылупляться собрались? У меня. И у меня. У всех, Ань. Понятно, я скоро вернусь. Пойду вызову врача. Ань, да ладно, ты что, мы же про драконьи яйца. А, про драконьи, да? Ну тогда все нормально, ага. Да она просто не понимает, о чем вы. Дайте бы ей посмотреть. А, так это легенды дракона Мании. Ага, это игра, 24 часа вы в игре. Ого, как тут все красиво, ярко и красочно. Ага, посмотри, мы теперь настоящие дракончики. И это наша страна, Драколандия, видишь остров? Да, и не один. А еще у нас уже есть детки-дракончики. О, как это мило. А кто из вас кто? Ань, слушай, ты читать умеешь? А, да. Ну так прочитай. Но там же имена есть. Да вижу я. О, какой красивый дракон-сердечко. Конечно же, это Софи. Розовый цвет, крылышки, сердце. Погладь меня. Давай поглажу, Софиша. Ань, да не меня. Меня дракончика. А, прости. Ничего себе, это так классно. А вот видишь, еще одна няшная девочка-дракон-феечка. Да, Миш, я сразу вижу, что это ты, Мишанька. Милая такая же, с добрыми глазками. Ух ты, а она по-другому делает. Такой звук издает. Ага, прям как Миша, когда ест. Ага, точно. Неправда, когда я ем, я делаю так... Так, Мишка с Софишкой вдвоем живут. Тут еще так много драконов. А это кто-то такой миленький. Ага, я прям в точку попала. Это Эйвен. Я дракон-футболист. Ну да, Эйвен, ты как настоящий парень. Очень сильный, видно сразу. И твой любимый цвет, конечно же. А если тебя кормить, то ты вырастешь. Ой, это классно, мы позже тебе объясним. Точно, Эйвен так и делает, когда поест. Неправда. Правда. Хочешь потренировать меня? Вау, мини-игры внутри большой игры. Вот это я просто обожаю. Прикольно. А меня, меня ты нашла? Прости, Кисалис, заигралась. Так. Правее. Так вот же ты, Алиса. Ути, какой я милошечка. Какая я тебе милашечка? Я дракон-лев, царь зверей. Ну, но это дракоша такой милашечка. Милашечка, понимаешь? А это кто тут такой? Юмичу, ты как всегда. Что? Ну что, бургер? Серьезно? Что? Тут столько драконов, а ты выбрала быть бургером. А что, круто же, где я еще смогу побыть бургером, а? Ну... Я лично горжусь, что я бургер. Ладно. Но тут еще много других дракончиков, кроме вас. О, Ань, это еще немного. Знаешь, сколько там видов дракончиков? Посмотри, драконий кодекс. Вот это да. Ничего себе. И всех их можно собрать. Ага. Кто-то у нас уже есть. А вот это, кто такой смешной дракончик? В плавательном круге, сланцах и купальных шортиках. Это летний дракон. Я его в честь лета вывела. Типа у нас будет хорошая погода, если у нас есть такой дракон. Сказки какие-то детские. Да ну вас, ну и что? Эй, вы чё, в чудеса надо верить. Лучше скажите, как мне это все сделать? Ну, смотри, мы живем на этом острове. Покупаем соседние острова. Чтобы расширять свои территории. Строим всякие прикольные штуки. Тренируемся и веселимся. Да то, что вы веселитесь, я уже поняла. А вот это что такое? Это наше гнездовье. Тут мы и выращиваем дракончиков. Яичко отправляется в наш инкубатор, и из него вылупляется дракончик. О, это же просто сотый левел милоты. Давай, рассказывай скорлупку. Фаербол, он сказал ням-ням. А что это такое за комнатки? Какие еще комнатки? Это жилище, как у нас вот свои жилища. Там живут дракончики, кормишь их вкуснятиной, и они растут.
Покорми малыша. О, как он мило кушает, посмотрите. Точно, как он вырос. Ой, а вдруг у меня еда закончится? Не паникуй, у нас очень много еды. На всех хватит пожрать. Вы видели, как дракончики ловят еду, а вы так умеете? Юми-бургер. Их-хо! Ты еще должна делать так ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням, да еще вдруг я вырасту. Софиш, ты только что выросла, сумеешь так словить, как твой дракончик? Почти. А киса Алиса? Че? Что это было? Я спрашиваю еду ртом, как ваши дракончики, вы ловить умеете? Ну и что, я все равно крутой дракон. Просто я отвлеклась. Погодите, так где вы столько еды взяли? Короче, у нас есть специальные фермы. Иди туда и вырасти какой-нибудь урожай. Он бывает разный. Что-то растет быстрее. А что-то дает больше сил дракошам. Давайте я попробую вырастить игловишню. Чем больше ферм, тем больше еды для нас, дракончиков. А в другой ферме вырастим вот этот фиолимон. Потому что чем больше мы, дракоши, кушаем, тем сильнее и круче наш уровень. А фермы можно улучшать. Все можно улучшать. Стоп, подождите, а зачем увеличивать уровни драконов? Чтобы сражаться! О, а вот это мое любимое. Иди в портал. Куда, куда? Вот, видишь, это портал. Ох, как же тут много всего. Все хочется попробовать. Тут еще и другие острова есть. Вот и вот, а этот какой классный. Вау, остров малышей. И я хочу сюда. Аня, ну ты чё? Все, уже бегу. Тут у нас битвы с другими драконами и боссами. Выбирай любую. Давайте вот сюда, на уровень попроще, а то я боюсь проиграть. Да ладно тебе, если проиграешь, ничего не случится. Да, вот это очень круто, потому что я ненавижу проигрывать. Это команда противника. Тебе нужно выбрать из своих драконов таких сильных, чтобы их победить. А, и как это понять? Ну видишь, у всех дракончиков свои стихии, свои уровни. Против огня, к примеру, хорошо будет ветер или вода. И чем выше уровень, ну короче, ты поняла. Возьму тогда вот этих. Отличный выбор, погнали в бой. Тебе надо нажать вот эту. Да ладно, ладно, ну вы чё, ну я же не совсем дурочка. Тут и так все понятно, игра сама помогает. Стреляю в противника своими силами, а они в нас. Их сила уменьшается и дракон проигрывает. Да, но не забудь про меткость удара. Если ты не рукожопик и попадешь в зеленую часть полоски. Короче, будет идеальный удар. Несколько идеальных ударов. И у тебя будет такой гнев драконов. Применяй. Во-во-во-во, вот это крутая штука, класс. Мы снова всех победили и получили кучу всего. Опыт и еду. А, мне так это все нравится. Похоже, я тоже готова зависнуть тут на 24 часа челлендж. Задание главное выполнять не забывай. Тогда все будет вообще чики-пуки и еще лучше. А мы с Кисалисой обожаем арену. А это что такое? Там тоже крутые сражения, но уже с живыми игроками. Правда? Чего, серьезно? Да, и ты там тоже можешь зарабатывать кучу всего. Найди соперника себе по силам и в бой. А тем временем фермы сделали еду, ням-ням. А Миша думает только про еду. Нет, еще про детей. У нас вон монеток куча. Можно что-нибудь построить или купить. Смотри, Ань, сколько всего, все как ты любишь. Украшения, жилища, здания, дракошки другие. Столько всего сразу происходит, что не успеваешь заскучать. Постоянно что-то можно делать. А что такое Академия драконов? Туда ты отправляешь дракошу на обучение, ему добавляются новые навыки. У нас еще есть кристаллы, на них можно покупать других драконов и делать вообще много чего. Но у нас есть реально ужасная проблема. Ты чего, покемош, загрустила? Какая? Я помогу. У нас в игре нет, вообще нету друзей. А, ну так я могу стать вашим другом. Сейчас нажмем пригласить друзей, и я к вам добавлюсь. Нет, Ань, ты не понимаешь, друзья в игре нужны, чтобы мы им помогали, и они нам помогали. Поэтому нам нужно много друзей, у меня есть гениальная идея. Давайте всех наших ребят, зрителей в игру к нам позовем. И тогда у нас там будет куча друзей, а? Точно, Юмичи, у них будут свои острова. Они тоже будут выращивать еду. Опять, Миша, ты про еду. Дракончиков они будут выращивать. И еду. Участвовать в сражениях. Да, класс, помогать нам, а мы им. В честь друзей рык дракона льва. Ребят, скорее скачивайте игру по нашей ссылке в описании. Или ищите легенды дракона Мани. Только не перепутайте. Игра, в которой есть мы, вот именно с таким значком. А я побежала себе скачаю. Выращу вас в виде дракончиков. Пойду себе новое яйцо высижу. Юмичу, высиди мне тоже редкого дракошу. Киса, высиди тоже уши себе скачай и сама высиди. Точно.